Полузащитник Краснодара Олег Шатов расплакался после замены на 79-й минуте гостевого матча 25-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» 2-1. 27-летний хавбек уходил на скамейку под овации болельщиков санкт-петербургского клуба, прихрамывая и держась за колено. Вместо него на поле вышел Роман Шишкин. Отметим, что Шатов, права на которого принадлежат «Зениту», стал автором первого гола, отличившись на 22-й минуте встречи. Болельщики сине-бело-голубых, несмотря на пропущенный мяч в свои ворота, встретили гол полузащитника аплодисментами. Фото, телеканал «Наш футбол». Болельщики «Зенита» встретили гол Шатова в ворота их команды аплодисментами.